Будешь мне рассказывать про Кока-Колу, а я теперь про медицину. Давай.
Thank you.
Давай, выше, вон, вон. Thank you.
Давай, 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 давай
Давай!
Да зачем же? Пускай баклажка принимает. Вон, что зайти. Один-один. Да, очень интересный поединок, мы с вами наблюдаем. Встречается Приват Банки Сазан на табло 1-1. Приват Банк первый вышел вперед, но Сазан сравнял счет. Очень трудно спрогнозировать, что все-таки сможет праздновать сегодня победу. Виталис, а что? А вот этот парень, который стоит на ворот. Такое чувство, что команда устраивает счет на табло мяча и не форсирует ситуацию ни одна, ни другая команда. Очень спокойно у нас сейчас футбол пошел, без скоростей. Контратака. Олегович с мячом, 22 номер. Майдан. И опять успокоен. Дмитрий туда. На пятачок. И Олегович не достает этого мяча. Очень опасно штрафной удар у нас будет, друзья. Почему-то думаю, что будет пробивать. А, это угловой всегда. Сейчас побежит на угловой. Значит, надо штрафной. Штрафной все-таки, да? И сломан, вратарь будет. Но он-то знает, как забивать вратаря, либо сам. Помпуа является вратарем. Зайдет Тайсон? Ага. Mm.
Забил Тайсон, но не забил привод бар. На бой играется заново в этом эпизоде. Это может быть интересно. Аня не проходит пас, Ириновский подчищает. Отмечаем, что он играет последнего защитника, в принципе, очень надежно это делает. И смотрите, с подключениями туда вперед. Шапа. Добре! 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 Добре!
перекачал. Жадно. Хороший, да, 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 да,
слушай, да при чем тут мы реально, ты что, не знаешь? Я кто? Я позор не знаю. Что там, блядь? Челен, ты чё? Все, тихо, дай, всё, отдай. Давай, жми, ты вообще! Да.